Приветствую вас. И первое, что мне бы хотелось сказать, это то, что вы действительно не взрослая женщина, если задумываетесь о таких вещах, понимает, что вы действительно ведете себя неправильно, понимает, что надо бы вести себя иначе. Но происходит такое потому, вот такая реакция, что вы привыкли. Вы просто привыкли относиться к человеку так, как он, наверное, позволял к себе относиться. И сложно изменить те алгоритмы поведения, которые выстраивались годами. Значит, что можно и нужно сделать в этой ситуации? Как сдерживать свои эмоции? На самом деле, сдерживать эмоции это как раз не нужно. Любое сдерживание приводит к накоплению и последующему более бурному их выражению. Чтобы этого не происходило, вам необходимо изменить отношение к своей маме и понять в первую очередь вот что. Тот факт, что вы с ней так обращаетесь, говорит о том, что вы ее недостаточно уважаете. Вы не посвящаете ей. Вы не считаете, что она как-то вот достойна. Вы понимаете, что она себя принижает. И, вы знаете, первое, что вам нужно сделать, это поставить себя, постараться, на ее место. Это не так сложно сделать. Поставить себя на ее место и попробуйте представить, что вам все люди говорят, что вы вот неправильно все делаете. Вот просто попробуйте представить себе это и поймите, что ваша мама испытывает то же самое, но в десятки раз острее и сильнее. Дальше. В спокойной обстановке, вот знаете как, попробуйте с мамой пойти куда-нибудь погулять, посидеть где-нибудь в ресторане вдвоем, только чисто вдвоем и все. Попробуйте посидеть там и поговорите с ней, попробуйте выяснить, что ей нравится, что ее беспокоит, что она вообще переживает, чего она хочет. Просто по-человечески с ней поговорите, не как дочь с матерью, а как человек, как личность. Попробуйте поговорить с ней, поставив ее на одном уровне с собой. Вы привыкли ставить ее ниже себя. Попробуйте поставить теперь ее на равне с собой. Когда вы узнаете ее как личность, когда вы разговариваете ее про ее собственные желания, амбиции, стремления, мечты и так далее, вы уже не сможете относиться к ней так, как раньше. Вы будете лучше ее понимать. Вы будете более проникновенны к ней. То есть вы проникнете в ее жизнь, в ее ценностями, ее стремлениями, ее желаниями и так далее. И если вы любите свою маму, то вам захочется ей помочь. Вам захочется ее поддержать, и вам захочется обеспечить ее достойной жизнью. И вот тогда вам не придется ничего сдерживать, потому что те эмоции, которые у вас были к ней, те алгоритмы поведения, которые вы привыкли применять к ней, просто-напросто исчезнут за ненадобностью в силу того, что вы измените свой взгляд на нее. Вы увидите ее другой, в тот
точки зрения, вы видите ее с другой стороны, вы видите ее в иной ипостаси, в иной, скажем так, роли. И это очень сильно вас изменит. Далее. В обязательном порядке подумайте, почему папа ваш так себя вел. И попробуйте осознать, почему мама выбрала такой путь. Почему она решила так себя вести? Ответьте сами себе на этот вопрос. Вот специально не буду говорить ничего вам на эту тему, чтобы вы самостоятельно постарались на этот вопрос ответить. Но обязательно вам нужно сделать так, как было сказано ранее. Тогда вы достигнете своей цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен.